Юрий Борисович, вчерашняя ситуация Покрасина, как вы прокомментируете, что там происходит, ваши действия, и чего вы ожидаете дальше? Вы знаете, разрешилась она, можно сказать, неожиданно и прекрасно. Я имел беседу с Алексеем Михайловичем Ландарем. Он прислушался к аргументам жителей, к моим доводам. И вчера дал указание начатое строительство прекратить. Прекратить насовсем? Насовсем. Спасибо большое. Юрий Борисович, еще один вопрос. Мистер Чередниченко, да. Гражданин Чередниченко, в соцсетях заявил, что вы выделили 23 миллиона гривен на ремонт дороги Серпантино-Червоный шлях. Как вы прокомментируете это? Сергей Иванович часто отличается интересными заявлениями. Не я выделил, а в декабре прошлого года областная сессия по моей инициативе выделяла, насколько я знаю, 22 миллиона гривен, а фактически было выделено, по-моему, 17 на ремонты дорог Полтавы, именно города Полтавы. А куда местная власть их распределит, это уже другой вопрос. А что сейчас там происходит, вы не знаете? На Червоном шляху работа кипит. Кипит, да? Да, сдирают, ставят, все в порядке. То новый есть... асфальт, и очень надеемся, что будет сделан этот серпантин, который стал невозможен для проезда автобуса. Спасибо большое. Вам